сегодня участвуем в самом лучшем московском карнавале бразильской музыки и самбо. И данное мероприятие проходит каждый год, уже третий раз. И наконец-то мы покажем Москве жаркую Бразилию, настоящую самбо. Узнали, что проводятся Дни Бразилии в России. И вместе с посольством Бразилии совместно мы пригласили местре, дирижера, и организовали такой фестиваль. Это было два года назад, сейчас уже третий фестиваль. С каждым годом все больше. Уровень самбы растет, ритм становится четче, веселее. Вообще, в принципе, танцую, и однажды увидела бразильский карнавал, бразильское шоу, и, в общем, влюбилась в самбо. В этом году услышала, что будет конкурс на королеву батареи, и решила попробовать, думаю, а вдруг, и вот. Agora fui sendo convidado aqui em Moscou para fazer aquele trabalho maravilhoso, né, do samba. E para mim é a primeira vez estar em Moscou representando a história do samba com os workshops. E foi muito bom estar com essa galera maravilhosa, que nem eu pensava que eles tocavam samba, né? Mas a gente se engana. Eles tocam samba de verdade. É só ter paciência.